Сніданок в італійському кварталі на Котовського. Ланчі з замовниками в італійському кварталі на Жуковського. Обіди з друзями в італійському кварталі на Преображенській. А вечеря? Романтична вечеря з коханом в Лічівську. Сьогодні. А завтра все буде навпаки. І Лічівськ, Преображенська, Жуковського і проспект Добровицького. 4 італійські квартали на всі випадки життя. А можна із собою. Телефонуй. Оставьте заявку до 10 декабря 2010 года на tourismfotomoro.com/apply. Паранормальные явления, вселяющие ужас в отъявленных преступников. Преследуемый духом своей жертвы. У этой тюрьмы дурная репутация из-за необычных обитателей. Новые технологии охоты за привидениями. Если тут что-то есть, мы это найдем. Дадут ответ, можно ли объяснить необъяснимое. Тайны вокруг нас, призраки за решеткой. В среду в 21:00. А теперь отвезем ее на берег, измерим общую длину, длину пилы, посчитаем зубы и пометим этого морька, эту новорожденную рыбу-пилу. Фантастика! Мы нашли...